Лучшее место для интеллектуального, эмоционального и физического развития ребенка – детский сад. Так считает Юлия Климашова. Ее трехлетняя дочь посещает новое дошкольное учреждение в Гусарской Балладе с момента его открытия. Но повод для беспокойства у мамы появился только сейчас, когда ребят из аварийного садика номер 6 перевели к ним. Многие дети переведены, соответственно, в этот сад, да, в соседние сады. Ну, видимо, этим связано, в первую очередь, превышение наших групп. И хотелось бы, конечно, понимания, когда все нормализуется, когда у нас группа в составе, да, вот нормативно численно 25 человек, когда это все будет решено. Детский сад рассчитан на 400 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Современный пищеблок, большая прогулочная зона. Места хватает всем. Сейчас в среднем в группе находится около 20 ребят. Посещаемость детей фиксируется в специальном журнале. Приводя ребенка в детский сад, родители записывают время, фамилию воспитанника и ставят свою подпись. С такой нагрузкой дошкольные учреждения и воспитатели легко справляются. Образовательная деятельность у нас проходит в 9 утра, весело, организованно. Вот. Ну и как бы я считаю, что нам все хватает для детского сада. Мы готовы, и у нас хватает как шкафов, так и мебели. Сад, который мы поставили и делали заключение экспертное на ремонт сада 6 в Дубках, дал нам возможность привезти сюда свои шкафчики, свою мебель. Скоро в Гусарской Балладе завершится строительство еще одного дошкольного учреждения. Оно будет рассчитано на 110 малышей. Его открытие позволит разгрузить детский сад номер 67. Карина Гиряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».